отказали в очередной раз в пособии. Пособие, причина у них мотивируется, якобы у нас большой, огромный участок, превышает 0,25 соток. У меня только один вопрос. Мне этот участок от дедушки достался, на колхозника выделялось 35 соток. Как может тогда больше 0,25 соток? В общем, это полнейшее нарушение. К слову, я на инвалидности. У нас двое детей. Одному до полутора, второму 14 лет. И женушка сейчас в декретном. Ну вот страничка супруги. Вот первый отказ, вот второй отказ. Это самое. То же самое мотивирует. А главное, интересно то, что я когда узнал, что у меня онкология, я все на супругу перевел. Вот, пожалуйста, Кожухова Юлия Владимировна. Пожелаю-ка я ей удачи. Огромный человек души, просто замечательный. Как будто, знаете, это самое, своими деньгами. Налоги платим исправно. Каждый день НДС вафляем по 20%, а это 200 рублей с каждой тысячи. И на тебе нам это самое. Вот к этому, ребята, и нужна сменяемость власти, чтобы такого бардака не было. А доходность наша сейчас — это пенсия по инвалидности и пособие по уходу за ребенком. И с материнского капитала 15 тысяч ежемесячно до 3 лет будет. Супруга поправила, минималка 14 тысяч. Вот так вот и живем. А наш царь, дедушка бункерный, как всегда, ни при чем. Царь хороший, бояре плохие. Маленечко еще добавлю суть этого бардака. В общем, мы люди городские, а дом от дедушки используем как дачу. Там никто не прописан. Ничего, это самое, платим за свет исправно, за воду с одного человека. В общем, если бы мы жили в деревне, нам бы одобрили пособие. Но так как мы бы имели квартиру в городе, нам бы, соответственно, также бы отказали в пособии. Бесполезно там прописываться или чего делать. Вот такой круговорот бардака. Покажу вам свое владение, из-за которого нам не платят пособие. Дом с покосившейся верандой. Так, она реально покосилась, ее под снос. Покосившийся гараж. Покосившийся гараж. Он весь просел. Покосившийся двор. Покосившийся двор. Ну и вот главная причина, как они пишут, это участок. Он у меня большой, превышающий 0,25 гектара. Он у меня там по контуру живая изгородь. И на этом участке пару лиственниц и ресина посажена. И все, я его даже не кошу. И вот это причина, чтобы не платить двум несовершеннолетним детям пособие.